протяжении многих лет дружба соединяла Рахманинова и его учителя Танеева. Из публикации Рахманинова. Сергей Иванович Танеев – образец во всем, в каждом деянии своем, ибо что он ни делал, он делал только хорошо. Своим личным примером он учил нас, как жить, как мыслить, как работать, даже как говорить, так как и говорил он особенно по-танеевски, кратко, метко и ярко. Танеев – большой торжественный марш, исполняет фортепианный ансамбль «Галис Тимур, Алюнина Екатерина», детская музыкальная школа номер 1 имени Синицала, преподаватель Азалькова Галина Вениаминовна, заслуженный работник культуры Республики Карелия.